Машка, слышишь, да? Да. Прости, я объясню тебе, ну, просто мне звонок был. Угу. Первый раз прощаю. Так, ну? Что? Рассказывай. Что рассказать? Как твоя семья? Нормально. Сколько у вас это? Брат и сестры? Одна, я одна в семье. Ты одна? Да. А ты с родителями живешь? Да. Не, я сама живу, но родители отдельно. Ты сейчас сама живешь отдельно? Да. А родители от тебя далеко, что ли, живут? Да. Да все, да. Да, мне скучно очень самой. Не хочешь приехать ко мне? Будет весело. Конечно, приеду. Серьезно? Или ты сама приезжай, я найду здесь работу тебе. Работаешь? Где я буду работать? На стройке? Нет, а ты что? Ты, может, будешь на магазин работаешь? Ты умная девушка. Я на магазине буду работать или в магазине? Ну, конечно, на кассе работаешь. На кассе, ну, примерно. А я не могу хочешь? Так работать. Как? Ну, один день, два день тебе непонятно будет, а третий день уже тебе понятно. Чики-чики будет все, понимаешь? Чики-чики все будет уже. Конечно. Я поняла. Алена, что? Ты мне очень понравилась, понимаешь? Очень. Серьезно? Я тебе говорю, клянись своим Аллахом, ты очень мне понравилась, понимаешь? Что теперь делать? Ну, не знаю, ты понимаешь меня, нет, но я очень так чувствую тебе. Ближе, понимаешь? Ну, ты это... Ты как подумала, чтобы это... Номер дашь мне, не? А, да, я подумаю еще чуть-чуть. Еще сколько времени тебе нужно, чтобы думать? Чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Наверное, я тебе не понравилось, поэтому ты хочешь еще думать, да? Я так думаю. Так а у тебя жена есть, зачем я тебе тогда? А что, второй жена нельзя, что ли? А что ты хочешь, у тебя вторая жена была? Слушай. Вот я приеду домой, там живу 3-4 месяца, да? Да. Ну, а я еще обратно вернусь, я живу здесь. Короче, еще 8 месяцев здесь буду работать. А это тебе мало, что ли? Не, нормально. Нормально, конечно. Конечно, нормально. И я там тоже отвечу, и тебе тоже буду отвечать. Что делать? Отвечу, я имею в виду, как тебе объяснил. А, отвечу? Обеспечишь, может? Ну, я так говорю, да. Обеспечишь. Там у тебя... Как? Обеспечу. Обеспечу, да. Не освечу. Всех освечу. Конечно, конечно. А ты работаешь, ты же немного зарабатываешь. Сколько надо это денег тебе? Ну а сколько ты получаешь? Я ж не знаю.
как ты обеспечишь? Ну, смотря как работать. Жены, ты не обеспечишь, потому что ты получаешь настройки молоденьких, да? Вот ты видишь, какая умничка девочка. Я тебе рассказал, ты умничка девочка. А ты сама тоже работаешь здесь. Ага, я приеду туда, и ты меня обеспечишь, но я буду работать сама. А что, не работаешь? Не хочешь потом работать? Да, да, зачем тогда ты меня будешь обеспечивать, если я буду сама работать? Значит, ты мне не обеспечишь? Не, ну я, конечно, помогаю, конечно, что? Сколько денег нужно будет каждый месяц тебе? Сколько? Конечно, я помогаю. Не, слушай, ну... Тебе смешно, да? Ладно, хорошо. Да нет, ну что смешно? Ну а как ты будешь помогать мне? Как буду тебе помогать? Чем? Мне вину покупать иногда? Как помогаю другим, и тебе тоже так же буду помогать. А я не знаю, как ты другим помогаешь. Расскажи, как ты другим помогаешь. Ну, как надо тебе помогать? Не знаю, как ты можешь помочь. Объясни? Ну как помочь надо тебе? Много помочь надо тебе. Как ты объясни просто? Я не знаю, как помочь надо мне. Тебе, вот слушай, тебе надо кормить, правильно? Ну, да. Вот, во-первых. Во-вторых, купить тебе одежду хорошую, да, правильно? Да. Вот. А во-третьих, чтобы на твой кошелек было хотя бы максимум 5. 6000, правильно? Кошелек. Кошелек. Как называется? Кошелек. Кошелек, да. Кошелек. Слышишь? Кошелек, чтобы было. Так. И квартира. Насчет квартиры я тоже сам буду платить. Ну хватит тебе так? Или как? Мало? Нет, нормально. Ну все. Духи мне надо купить, ты что? Ну эти мельчевки эти ерунда эти мельчевки. Сколько стоит там? 3000. Я не знаю, сколько стоит. Ну, нет, ты просто скажи, какие духи ты используешь. Ну, покажи мне просто так, покажи, есть тебе духи? Есть, но я не могу сейчас показать, я же сижу здесь за дедом смотрю, я не могу отлучаться. Я как охранник работаю. На дети смотришь? Да. На кого, у кого дети? Не дети, нет, дед. Дед, старый дед, очень старый дед, и я за ним смотрю. А, понятно. Понимание? Понимаю. Отлично. Ну вот. А ты будешь учиться мне по-русски? Ну, конечно. Ты у меня за один день выучишь русский. Так. А ты за со мной ухаживаешь? Как я буду за тобой ухаживать? Будешь массаж делать. Будешь массаж? Я работу приеду домой, правильно? А ты же говорил, что ты девушкам массаж делаешь, а не девушке тебе. Как девушке мне не массаж? Конечно, массажит. Ты же говорил, что ты массаж делаешь, там делаешь, массаж делаешь. Ну, вот правильно. Я вот примерно я буду массаж делать, а потом да. ты тоже не будешь массаж делать. А я такой же массаж буду делать тебе, как и ты мне? Конечно. А это что, нет? А ты там говорил, что ты это хлоп-хлоп потом. Нет, не, ну это сразу не начнется, правильно? А у меня нет ничего. Это потом.
Алена, покажи лицо. Ну что, будешь массаж делать, не? Да. Конечно, ты что, я тебе сделаю массаж, да? Вот. Что? Ты мне готовишь кушать? Умеешь готовить? Конечно. А какие кушать ты сможешь готовить? Я все смогу. Только знаешь что? Я свинину, мясо вообще не буду. Не будешь? Нет. Я тебя заставлю. Наоборот, я тебя заставлю. А ты тоже не будешь потом. Что я не буду? Свинину, мясо не будешь кушать. А как мы будем жить? Я не люблю баранину. Как не любишь? А говядину любишь? Не очень, я люблю только свинину. Я не люблю свинину. А я не люблю баранину, фу, она мне вонючая, я не могу такое есть. Нет, это ты неправильно сказал, чтобы вонючая. Она мне воняет козой. А ты какое мясо любишь? Баранину не любишь, а говядину любишь? Так себе. Ну все, так. А коза мясо любишь? Коза? Коза? Да. Фу, нет. Нет. Только говядину любишь? Я свинину люблю только. Свинина, понимаешь? Ну ладно, это потом решаем. Сейчас мы далеко, правильно? Как вместе будем решаем. А сейчас, а эта тема разговаривать смысла нету. Как вместе будем, потом решаем, короче. Ну конечно. Нет, серьезно, ты хочешь приехать, чтобы? Да. А? Конечно. Давай, приезжай. Вот прямо завтра. Прямо завтра? Конечно. А вот дом есть, все есть. Месяц житель есть, все есть. А что надо тебе еще? А тебя не выгонят оттуда, если я приеду? Почему выгонят? Че? Не знаю. А где я буду спать? Вот спальня есть. Где? Покажи. Где покажи? Сейчас подожди. Сейчас покажу тебе. Поубираю сначала там. Да? А? Сначала поубираешь, а потом покажешь мне, да? Не, ну я чё, я просто одежду был там. Одежду убираю. Показать тебе нормально, правильно? Конечно, давай. Так. Сейчас покажу тебе. Вот. Там мало места для нас, а двоих. А ты не переживай, поместимся. Да? Да. А ты будешь внизу, я сверху тебе буду. Все нормально будет, ты не переживай, дорогая. О, семейка. Алена. Что? Вот как-то я вот сразу твой голос слышал, у меня это поднялся, понимаешь? Боже, не надо говорить такой. Серьезно. Ужас, капец, ну. Я поняла. Как ужас. Как ужас? Не ужас, все хорошо. Точно, никто нету здесь. Ты я сам? Только один живу. Ничего себе. А зачем мне другого? Не знаю. Я такие девушки, вот такие девушки не, я не люблю. Вот как сказать тебе? Вот девушка заказать вот по деньгам, короче. Ну они может болеют, они может какие-то эти. Такие девушки я не люблю, понимаешь?
Я поэтому девушку я не привезу так здесь. Конечно. Просто ты понимаешь, ты симпатичная девушка, ты чистенькая, ты понимаешь? Поэтому я тебе приглашаю. Предлагаю, что ты сказал? Приглашаешь меня, да? Приглашаешь меня в свою халабуду. Привет. Ну что, приезжаешь, нет? Конечно, завтра приезжаю. А когда ты меня встретишь, как ты меня встретишь? Ты мне позвони. Когда ты на машине приедешь или как? Ты далеко от это, а Россия, чем это? Не, недалеко, вот сейчас, 2 минуты и там. Не, ну не 2 минуты, это не простое, это дела. Но далеко вообще-то, сколько там? Это? Не, недалеко. Я возле границы живу. Что? На какой сторону? А где ты живешь, как я найду тебя? Так, а ты знаешь, это Тульская область. Какой? Тульская область, знаешь? Нет. Тульская? Не слышал? Тульская, да. Так, а где ты знаешь? Какую сторону ты знаешь? Я ничего не знаю, откуда мне знать? Я там ни разу не было. Так, так, так. Нет, ты на самолет улетаешь или как? Ну, на самолете, да, наверное, на самолете. Чем я поеду? На самолете ж быстрее будет, правильно? Ну, это очень правильно. Я тоже люблю, чтобы ты быстрее приехал. Ну вот, я на самолет сажусь и летаю. Ну, хорошо. Когда? Ну, я думаю, я не знаю, когда деньги надо мне дать на билет или билет купи мне, как я поеду. Ты на твой билет деньги нету, что ли? Нету. Как нету? А сколько стоит билет? Сколько стоит? Я не знаю. Да. А ты узнай, сколько стоит. И давай вот так сделаем. И спроси от вас до Домодедово, до Москвы. Ага. Сколько стоит? Ага. И потом купи билет, приезжай сюда. Ага. Я отсюда тебе заплачу на билет и оттуда до сюда на такси приеду. Но там 2 часа, а Москва до Тула, ну, аэропорт до центра, короче, Тула. Ну, там где-то 250 километров, ну, где-то так. До туда. Ничего непонятно. Куда ехать, что как делать, непонятно. Ничего непонятно. Отсюда до туда, как это понять? Плохой ты навигатор, я не могу так ехать. Ты иди, узнай, сколько билет стоит. Ага, до Мадеда, до Москвы. До Москвы. Да. А потом дальше скажи мне, чтобы вот... Ага. Сколько стоит. Ага. Вот. Вот это время, это числа, короче, я купил билет, ага. Я улетаю. Да. Угу. Конечно. Так. Конечно, да, конечно. Ага. А ты не приедешь, ты. Почему? Почему ты так говоришь? Ну потому что ты даже номер не сказал свою. Ну как так ты все впереди еще, чего ты так спешишь? Не, я не спешу, я просто объясню. Могу поднять. Кто подарит подарок, того подниму. Что спросишь? Что спросить?
зависит от, да? Ну, ты бровами своими кидаешь. Что? Тебе не холодно, нет? Привет. Кого? Тебе не холодно? А зачем? Здесь тепло, как холодно. Тепло? А что там, у тебя какое-то отопление есть? Да, печка работает, да. Электрические печки есть, работают. Так что не переживай, все нормально. Точно. Только знаешь, чего не хватает? Что не хватает? Только ты не хватаешь. Серьезно? Я абсолютно серьезно. Я абсолютно серьезно. Прикольно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А дед сколько лет? 85. У тебя нету бабушки там, а то он тоже хочет приехать. У меня здесь есть бабушка, но только она злая такая. Не надо злая, тогда не надо. Вот надо ей дедушка очень, такой, как мой. Очень такая злая вообще. Она будет потом добрая. Ну, наверное, да. Ну вот. Капец. А ты добрый? Как думаешь? Не знаю. Ты скажи, чтобы я знала. Не, должна на лицо. На лицо надо уже узнать. Так лицо, ты ближе лицо свое поставь. Вот. Еще ближе ничего не видно. О, да. Точно. Ты очень добрый. Ты очень-очень добрый человек. Вообще, смотри. Да? Да. Сидит. Потанцуй немножко. Ты же умеешь танцевать. Помнишь, ты вчера танцевал? О, ты зарядку делаешь? Сколько ты весишь? Сколько надо? Не знаю, сколько ты весишь. На чё, на турник, что ли, на чё? Ну да. Какой турник? Сколько ты весишь килограмм? А, килограмм? Прости. Да. На сколько похоже? Не знаю, на килограмм 90, 100. Нет. Нет? Ты чё? Нет. Я не такой, правильно? Правильно. А вот живот есть у меня? Не знаю. А ну покажи, разденься. Да нет, не надо, стой! Не, у меня футболки есть, ты чё, я не дурак? А ну покажи, какой ты сильный, смотри. Ты качок прям, да? Да, не очень так. О, ты еще расчесываешься? Ну это, когда вот так щесываешь, это голова отдыхает, понимаешь, да, вот так. Нравится просто. Ага. Ты у жены украл расческу, да? Не понял. Ты у своей жены расческу украл. Она бедная, ищет расческу, а ты ее забрал с собой. Ты такая милочка, вообще, да, вообще. Ты просто... Ты просто супер. Или ты купил себе расческу? А это я новый.